Здравствуй, зритель. Ручной обзор съедобного, несъедобного. Так. Ой-ой-ой. Ой, забыла, что из этой фигни можно сделать АСМР. Тогда ее пока оставлю. Вот этот вот сыр. Сейчас я его как-нибудь расправлю. Короче, совершенно невкусный. Парашный сыр. В основном записывают для себя, не сколько для вас, чтобы знать, что такой сыр не брать. И что-то у меня еще было такое в пакете для перерабатываемого мусора. Так. Где-то это рыба-то была. Короче, эта вот рыба вполне себе ничего, но костлявая. Сейчас, по-моему, она в Ашане стоит 110 рублей. До 120 грамм. Хотя, с другой стороны, у меня этих штук еще хватит. Ладно. Пусть лежит тут эта штука. Яйца вполне себе хорошие и крупные. Тут где-то у меня еще есть пакеты какие-то, которые я хотела обозреть. Да выкинуть нахрен. Ну, очень вкусная шоколадка. Конечно, это на любителя, но мне она очень нравится. Я ее вчера за один присед захомячила, когда узнала, что у меня температура. Так, а что у нас такое? А, это атаковская колбаса, ну, ашановская, вполне себе нормальная. Вот сейчас покажу колбасу. Она еще не закончилась, но ее ест кот. Мне не понравилось, так ему нормально. Брала в экспрессе, кажется. Хорошие. Ой, чайник убегает. Прям в лоб, блин. Хорошие, и состав у них нормальный. И вот эта штука вкусная. Состав у нее нормальный. И вот эту я уже советовала в покупках. И сейчас советую. И она хорошая. Я из нее делала сегодня мороженку себе. Так, холодильник. Вот этот сыр тоже такой, так себе оказался. Хорошо, что я все-таки не взяла кусок целый. Так вот, где она тут? Иди сюда. Вот эта колбаса парашненькая, очень жирная. Ну, бывают такие колбасы, где чувствуется конкретно так жир. А вот это, ну, не зря на 1000 с лишним стоит. Вот она, эта цена. Короче, вот эта вот миланская, она вкусная. Мне она понравилась. Соответственно, вам я ее тоже советую. Те два сыра я еще не пробовала. Сливки хорошие, и в составе у них только сливки. И сметана хорошая, и в составе у нее только сметана. Тот ашановский сырок рикотта каждый день, он тоже хороший. Хоть и умер раньше, чем я его съела. И баночку я куда-то уже убрала. Поэтому я вам ничего сказать не могу. В общем, вот такой маленький обзор съедобного, несъедобного. Пока!